Я, в принципе, очень зависима от солнца, и когда солнца нет, наступает осень, у меня как вот тумблер так вот выключает. Мне достаточно тяжело и проснуться, и раскачаться. Так было до еще недавнего времени, еще год назад, полтора. А я пришла к тому, что это все ерунда. Все эти депрессии и так далее. Ерунда не в том смысле, что мы не подвержены этим состояниям, однозначно подвержены. Вопрос видения, вопрос взгляда. Либо это имеет тебя, либо ты контролируешь ситуацию. И занимаешься спортом, читаешь мантры. Это уже не способы и средства, их миллион. Мы живем в 21 веке, и сейчас информация вот так вот, доступна в любую секунду времени. Вопрос, чего ты хочешь? Ты хочешь быть жертвой и использовать это как инструмент оправдания. Это очень, очень удобно, чтобы ничего не делать. Ну как же, обстоятельства меня имеют. Вот. Но если ты хочешь что-то в жизни, жить свою счастливую жизнь, как бы это банально и пафосно не звучало, то у каждого человека есть пульт от своих эмоций. И только сам человек, осознавая, может управлять ими. Поэтому долой долой осеннюю хандру, занимайтесь йогой, стойте на голове, пейте свежевыжатые соки, уезжайте на месяц куда-нибудь на Бали и не поддавайтесь вот этой вот серой жиже, которая свисает сейчас с неба.